Як чакаецца, 7 лістапада адкрыецца рух аўтамабільнага і грузавога транспарту па мосце на трасе мяжа Расійскай Федэрацыі мяжа Украіны. Гамельчане ведаюць гэты ўчастак як аб'язную дарогу. Прычым гэтай падзеі чакаюць не толькі аўтамабілісты. Змяненне транспартных патокаў дазволіць палепшыць экалагічную сітуацыю ў Гомелі і правесці ў абласным цэнтры рамонт дарог, пашкоджаных буйнагабарытным грузавым транспартам. Працяг тэмы далей у сюжэце. Работы на объекте протягиваются круглые сутки без выходных. Зараз тут завершается будаўніцтва подъездной дороги, на якой хутка з'явится асфальт. До укладки дорожного покрытия рыхтуется и непосредственно мост. До 7 листопада, коли по им будет открытый рух автомобильного и грузового транспорта, необходимо провести не только все технологичные работы, але и выпробование на тривалость. Меж тем открытия нового моста сегодня шакают не только уладальники транспортных сродков. Переразмеркование потоков после закрытия руху на объездной дороге не самым лепшим чином отбилось на экологичной ситуации у Гомеля. Сегодня в городе Гомеле в Гомельском районе выбрасывается около 40 тысяч тонн загрязняющих веществ от автотранспорта. И если сделать, разложить их на Гомель и Гомельский район, то это порядка будет 35,5 тысяч. И поэтому мы понимаем, чем больше транспорта пойдет, минуя город Гомель, и, соответственно, в связи с этим меньше загрязняющих веществ выбросится на территории города Гомеля. Поэтому эта транспортная развязка напрямую связана с загрязнением города Гомеля выбросами от автотранспорта. Еще одна проблема, якая узникла по причине повеличения транспортного потока грузового транспорта праз Гомель, тычыцца стану дорог. У першую чергу на участку, які буйногабаритный транзитный транспорт выкарыстоўваў для проезду. Не глядзячы на то, что дорожники периодично проводят тут ремонтные работы, ситуация застается непростой. Так званая колейность дорожной безпецы явно не спрыяе. После открытия руху по новым мосте ситуацию пачнуць выправлять. На сегодняшний день все движение, которое шло по мосту через реку Сожа, направлено в обход через город. То есть, в свою очередь, этот большегрузный транспорт разрушил часть улицы, дорог и города. В составе проекта мы их будем восстанавливать. Мы уже приступили к восстановлению, но основную часть выполним в следующем году силами подрядчиков и Гомель-Автодора. Все дороги, по которым идет сейчас транспорт, и они потерпели разрушение, будут восстановлены. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».